целях пожарной профилактики и безопасности мы вручаем гражданам памятки. А это носили летом. У меня есть такая. Никогда не будет лишним вспомнить элементарные правила. Сотрудники МЧС стучат во все двери и выдают памятки. Пожары чаще всего происходят ночью. Основная причина – нарушение требований безопасности во время использования печей или же обогревателей. Жителям частного сектора стоит очистить дымоход и печь от сажи, проверить их исправность. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, допускать перекал, пользоваться во время розжига горючими материалами. Также стоит проверить электрооборудование. Пожарные напоминают, огонь в печи не терпит легкомыслия. Он может согреть ваш дом, а может и жечь его дотла. Станет он вашим другом или врагом, зависит от вас самих. От того, насколько строго вы выполняете правила пожарной безопасности. Об этом сегодня напоминали жителям частного сектора в районе Чкалово.